разнообразен мир растений. Среди них мы различаем деревья, кустарники, травы. Почти все растения имеют корень, стебель, листья. А что еще общего у всех растений? Посмотрите на мякоть спелого арбуза. Она состоит из клеток, похожих на прозрачные пузырьки. У арбуза клетки очень крупные. А вот клетки корня, стебля, листа мелкие. Их можно увидеть только под микроскопом. Для того, чтобы познакомиться со строением растительной клетки, приготовим препарат кожицы лука. С чешуйки луковицы снимем кусочек кожицы. Поместим его в каплю воды. Расправим препаровальными иглами. И накроем покровным стеклом. Вот они, клетки кожицы лука. Рассмотрим одну из них. Растительная клетка имеет плотную прозрачную оболочку. Под оболочкой находится вязкое бесцветное вещество – цитоплазма. В ней плотное тельце – ядро. А это вакуоль – полость, заполненная клеточным соком. В цитоплазме есть также мельчайшие тельца – пластиды. Клетки растений отличаются размерами, формой и окраской пластид. Еще раз внимательно посмотрите на растительную клетку и запомните ее основные части.